Встреча с Олегом Белозеровым прошла в рамках железнодорожного бизнес-форума 15-20, который в эти дни проходит в Сочи. В некоторых районах края ЖД-переезды расположены в самих населенных пунктах, из-за чего образуются многокилометровые автомобильные пробки. При прохождении составов шлагбаум закрыт до 2 часов, тем самым, конечно, вызывается нервоз у населения. И речь идет о тех самых путепроводах, которые сегодня нам необходимы для того, чтобы не прерывалась нормальная работа города или района, принципиально важно. Поэтому Славянский, Машевск и иные наши города, Анапа, Кореновск, Славянский район в целом, то есть на самом деле это сегодня та проблема, которую нам надо вместе решать. Железная дорога, несмотря на всю важность железной дороги, не должна создавать условий невозможности жизни для людей. Это мы четко понимаем. Обсудили на встрече организацию пригородных перевозок. Краевой бюджет ежегодно компенсирует компании доходы по межтарифной разнице. В сложный экономический период это ложится тяжелым бременем на казну, отметил Вениамин Кондратьев. Особенно ощутимо это с началом курортного сезона, когда увеличивается поток туристов. Те туристы, которые приезжают реально отдыхать в Сочи, вот я считаю, что здесь краевой бюджет за туристов со всей страны платить не должен. И для нас сегодня очень важно понимать, как дифференцировать, как сделать так, чтобы на самом деле за жителей края, которые работали на экономику края, на регион, сделали его богаче, конечно, они заслужили того, чтобы край компенсировал им проезд. Но, опять-таки, за всю страну расплачиваться и компенсировать мы не можем, в силу того, что сегодня возможности бюджета тоже ограничены. При формировании тарифов, значит, мы будем максимально прозрачны, максимально лояльны идти навстречу регионов. Мы будем показывать снижение всех своих затрат, вместе разбираться в затратах для того, чтобы четко было понятно. Сегодня нам же очень важно, чтобы отдыхающие ехали на наш курорт, наше Черноморское побережье. А исходя из той политики, которую проводит авиакомпания, это становится сложнее и сложнее. Поэтому мы акцент делаем на автотуризм и на железнодорожный транспорт. Ну и, конечно, вопрос цены пассажироперевозки, в том числе на внутренних наших маршрутах, для нас важно. Но мы хотели бы, конечно, сделать так, чтобы и нам было комфортно. Конечно. Но и для вас это тоже должно быть выгодно. Совместно с РЖД краевые власти реализовали множество проектов. Сейчас работа ведется над еще одним. Это строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту.